Друзья, всем привет! Сегодня 20-й день моего отказа от курения. День прошел непросто. Сегодня я вышел на вахту. Сейчас 20 смен без выходных. И, в принципе, это по 11-12 часов на экскаваторе. И первый день прошел вообще очень трудно. Вот это еще раз подтверждает то, что если вы бросаете какие-то зависимости, я не говорю про наркотические, которые надо вообще, наверное, бросать только с помощью доктора в реабилитации, а именно про так называемые легкие наркотики, алкоголь, но это не совсем легкий наркотик, ну, никотин, так называемый. То есть это наркотики, которые социально приемлемые, то бросать их надо все-таки именно в отпуске, когда ты не обременен какими-то работами, заданиями, обязанностями, там, я не знаю, босс на тебя все время там недоволен. А почему недоволен? Потому что делать ты ничего, ты что-то делаешь, но в таком состоянии тупом. Хотя в тот же момент тебе кажется, что все вокруг тупые. А почему они тупые? Да потому что они вас вообще не понимают. Тебе, ты не больной, голова не болит, не умираешь, температуры нет, но тебя знобит, бессилие, и вот у меня сейчас на данный момент почему-то начал ломать все кости. Хотя не ударялся, не бился, и такого до этого не было. Спина тут разболелась, и непонятно что. Короче, отработал сегодня день большим трудом. Что самочувствие до сих пор плохое, но работать приходится, и работа дается не очень просто. Потому что все-таки работа такая аккуратная, требует внимания. Поэтому все делаешь не так быстро и не так активно. Ну и немножко выучил эти перегоны. 20 км сейчас в одну сторону, 20 в другую. Так себе история. Поэтому все-таки бросать всякие вредные зависимости лучше всего в отпуск. Потому что делать ничего не хочется. А когда ты себя заставляешь, это еще больше как бы нервирует. Так. Сегодня ехал на базу, поворачивал просто привычный поворот, все обычно, и не справился с управлением, ехал в сугроб. И такое второй раз со мной происходит за 20 дней. То есть задумался, концентрации внимания просто никакой. Так что 20-й день меня еще не отпустило. Но именно вот такая физические какие-то боли. Я, кстати, сегодня еще принял анальгин в ампулах, чтобы снять именно, у меня именно болевые ощущения в теле. Но все-таки Табекс, насколько я заметил, он снимает какую-то, ну, какую-то тягу. Желание закурить есть, а болезненная тяга, она отсутствует. Не могу объяснить, как, то есть, как-то нивелируется вот эта болезненная тяга Табекса. Закурить хочется, но просто по привычке. Потому что, допустим, я сейчас сел в кабину, а в кабине я же все время и курил. Мне ничего не мешало, ничто не ограничивало меня ехать курить, управлять там экскаваторной этой установкой курить, все с сигаретой в руках. И сейчас в этой кабине это просто для меня там просто камера пыток на сегодняшний момент. Я приложу видео, как я ехал. Все эти дороги, то есть сигарета у меня встроена во всю жизнь, во все мои действия. И сейчас вот начинается и психологическое, и физическое продолжается. Соответственно, что, какие ощущения в теле? Болевые ощущения, вот почему-то кости, мышцы, ноги начало тянуть. Ну, с пищеварением, кстати, вроде все восстанавливается. Даже в туалет тяжело ходить, ну, без сигареты, как-то все нарушается. И вот 20-й день для меня он не легче. И я, конечно же, так по-хорошему, по-доброму завидую тем, кто спокойно отказались и все, и забыли. Но сегодня я разговаривал, наверное, 20 человек курящих, вот я вышел, говорю, мужики, бросали курить? Все простые мужики, такие же, как вот я там, не знаю, рабочие, с лопатами, на тракторах, на грузовых машинах, там, не знаю, все такие профессии простые. И они говорят, да, все бросали. Кто-то день не выдержал, кого-то там 2 недели, кто-то 2 месяца мучился, закурил.
И ни один человек мне не сказал, что я бросил так легко, раз и все. Нет, у всех это с мучениями. И единицы, один, два, три человека, которые все-таки бросили. Ну, покуривают, когда выпьют. То есть, по сути, то бросили, то не бросили. Или какую-то электронную сигаретку. Вот именно конкретно бросивших очень-очень мало. Поэтому зависимость страшная, и относиться к ней надо серьезно. Единственное, что я могу сказать, что получается какая-то шизофрения. Ты же решил бросить курить, а мозг тебе говорит: давай сейчас закурим, ты что, охерел? Ты все просрал, посмотри, где ты работаешь. У тебя сейчас там денег на это не хватает, на то не хватает, а как было хорошо, и ты не спишь. Вот скури сигарету, и сейчас ты сразу будешь спать. Вот такие разговоры, это же внутренний диалог, это настоящая шизофрения, причем у всех это идет одно и то же. И я говорю этому голосу: иди ты нахер. Буду спать, значит, не буду спать сутки, не буду спать двое, все равно потом я спокойно засну. То есть поддаваться сейчас этому, потому что потом, как только ты закуришь, как только, я знаю, как только я закурю сигарету, этот же голос скажет: ну ты говно, ну ты мудак, ты что натворил, ты что только держался. Вот это какая такая зараза зависимости. То есть получается, что, я не знаю, у нас есть мозг, или мы есть у мозга, кто кем управляет. То есть надо понять, кто в доме хозяин. Вот так, значит так. А что я еще могу сказать по никотиновой зависимости? Не так страшно ее бросать, как, допустим, зависимость от еды. Я приложу сейчас фотки. У меня есть опыт, я страшный обжор. Еда — это вся моя жизнь, она — это еда. Я очень люблю пожрать в любом количестве. Мне не надо там ничего какого-то вкусного. Мне надо много. Много и бесконечно. То есть от еды отказывался. Ломка отказа от еды никак не сравнится с ломкой от сигарет. И это первый, а второй момент — алкоголь. Я алкоголик, пил всю жизнь, лет, наверное, с 10 или с 11. Тем более, не я это начал. Тогда я был несмышленый ребенок. И кто обвиняет людей, зависимых от алкоголя, допустим, или от сигарет, тех, которые начали еще в детстве: а вот я такой молодец, я нихера не начал, я лучше всех, а вы такие слабаки. Это так не работает. Если мне наливал папа, если у меня все пили, и вот тебе шампанского, я знал, что это хорошо, это весело. И я привык пить. И пил всю жизнь. А потом со мной начали случаться очень и очень плохие вещи. То начальнику всякую херню напишу и не понимаю, то еду куда-то, то в аварию попаду. Сколько я машин расколотил по пьяни. По пьянке бился, выживал, лежал на черепно-лицевой хирургии. И обратно продолжал пить. Думал, все, сегодня я выпью, и все будет хорошо. Вот так и вот такая как бы ситуация. Ну, от алкоголя отказался. И эта ломка намного страшнее. Так и с сигаретами. О том, что вы начали курить, винить себя не надо. Все-таки это такая социальная зависимость. И любой бы человек, наверное, зная, что будет потом бросать, что будет курить всю жизнь, как Айенкар сказал, да, он бы не взял бы эту первую сигарету. Он не взял бы эту отраву. Так что, еще раз по поводу табакса, он так спасает. Речь у меня сумбурная. Говорю то, что есть, и то, что чувствую. И, может быть, кому-то это пригодится. Допустим, я в данный момент пересматриваю всех блогеров по несколько раз. И у многих там, у кого огромное количество подписчиков, там просто пугалки, медицинские факты, они мне нахер не нужны. Я этого не понимаю, ничего. Мы ничего не боимся, мы очень крепкие. Мы травимся всю жизнь, и мы ничего не боимся. Поэтому их я не смотрю. Смотрю простых людей, которые именно передают свои переживания, как оно есть на самом деле. По людям видно. И такие блогеры, как бы, они помогают таким, как я, таким, как мы. Поэтому я говорю то, что есть, то, что чувствую в данный момент. И я думаю, что здесь такой момент. Надо просто месяц-два, пусть будет три месяца, надо перетерпеть. Просто взять и поставить себе: я буду терпеть. Потом потихоньку вы научитесь жить без сигареты. Мы приучали всю жизнь жить с сигаретой. Много-много лет, 10 лет, 20 лет, 30 лет ты не выпускаешь сигарету из рук.
ты от нее зависишь, ты контролируешь, чтобы у тебя сигареты. Я до сих пор проверяю, есть ли сигареты с собой или нет. Нет, конечно. И поэтому отвыкание, оно такое быстрое не будет. Ни за день, ни за два, ни за три. Так не бывает. Так это не работает. Я это понял сегодня. Раз мы годами привыкали и приучали к всему, себя к этому, и в какой-то момент нам в голову отбрело, все, пора бросать. Ну, пора бросать, хорошо. А сколько раз, сколько лет мы привыкали? Много, много лет. Поэтому и жить надо учиться без сигарет. То есть постепенно оно придет, потихоньку будет забываться. Бывают моменты, бывают минуты, секунды. Сначала секунды, потом минуты, потом будет больше времени, когда ты вдруг раз и... А ты забыл, что ты курить хочешь. И вот так оно и будет идти. Зависимость так быстро вас не отпускает. И, конечно, в жизни все перестает радовать. И почему мы начинаем есть? Какое-то удовольствие надо получать. Сигаретка – это удовольствие, как ни крути. Я не знаю, на что там оно влияет. Дофамин, не дофамин. Не очень, я понимаю, я же не врач. Но я получал от нее, допустим, какое-то удовольствие. Мнимое или не мнимое. Ну, мне было хорошо. А теперь, чтобы замениться хорошо, ты начинаешь есть, пить. Я не знаю, кто что делает. Но я думаю, что еда, я думаю, можно позволить себе есть. Потому что отказаться от еды, ну, очень просто. Фотки будут, очень просто. Отказаться, привести себя в порядок. Ну, когда вы откажетесь от еды дальше, приведете свое питание в норму и будете заниматься собой, у вас уже будет больше сил. Намного больше сил. Потому что сейчас у меня такая тупая энергия. Такой тупой энтузиазм. Тупой, потому что энтузиазм есть, а делать я толком ничего не могу. Вот, энергия как бы появляется. Она такая разбросанная, размазанная по всему, вот, по всему пространству. Ну, придет время, и все сконцентрируется. Так что еще раз по поводу табакса, я думаю, что тема рабочая. Но надо учесть, что табакс, не табакс влияет на отказ от курения. Нет. Должно быть твердое решение, твердое внутреннее решение. Ни на день, ни на два, навсегда. Все с этого момента нет и все. Все, закончили эту тему. Зачем эти качели нужны? Туда-сюда, туда-сюда. Не надо раскачивать себя. Будет все хуже и хуже. Это же просто можно в невроз, неврастению или в депрессию вывалиться. Потому что я не курю, мне так плохо, я не курю. Что же делать? Ломка, переживание. И так стресс. И тут херак мы закуриваем. Что же я наделал? Какой же я дурак? А еще и жрать начали, еще и брюхо нажрали. Как же теперь еду бросить? Эти качели не нужны. Вы расшатаете все свои нервы и свое здоровье. Валитесь сначала уравнительно, парадоксально, а потом еще ультрапарадоксально неврастению. А дальше до депрессии очень недалеко. И, пожалуйста, к доктору. Так что, если приняли решение, бросайте, ломайтесь, пусть будет плохо, что угодно. На стены лезьте, я не знаю, мужикам что там. Сразу хочется секса, честно говоря, очень. Секса нам просто так на улице не дают, к сожалению. Вот хочешь, а идет она такая красивая, но не дают нам секса, сколько мы хотим. Не даете, хер с вами, значит, будем дрочить. Что угодно, какие угодно удовлетворения, но все, от всего можно отказаться, потому что все это будет временно и не растянется на годы, я надеюсь. Ну, надо быть сумасшедшим, чтобы начать, допустим, заниматься там чем-то. Я не говорю то есть про тяжелые наркотики, про алкоголь. Вот. Поэтому на момент бросания позволяем себе все. Вот просто все. Родственники не понимают. У меня жена сказала, давай мы переедем к маме, поговорим с мамой. Хорошее решение, когда родственники, когда вот именно хотя бы родные, те, кто находится с тобой в одном доме, тебя поддерживают. Мне повезло. Я прихожу домой. У меня трое детей, жена как бы, но я прихожу домой, и наступает тишина, как будто дома никого нет. То есть меня уважают, у меня так. У кого-то может быть по-другому, всякие ситуации. Значит, надо, а тем более на работе. На работе всем похер на вас. Что вы там бросаете, не бросаете, слюни у вас, сонливость. Поэтому лучше все-таки бросать в отпуске. Брать в отпуск, брать денег и... Хочешь шлюху, пожалуйста, заплатил.
Ну, женщины, я не знаю, чем там удовлетворяют. У девчонок тоже эта проблема, сигарет. Они еще располнять боятся. Нечего там бояться. Как располнело, так и похудеешь. Все очень просто. Такое сумбурное видео, опять же, включаю в это видео табус, помогает. Реально помогает. Ну, 20-й день, озноб. Так себе, я завтра на работу. Так не хочется, но я думаю, сегодняшний вечер мыслями о завтрашней работе я себе портить не буду. Сейчас какое-нибудь кино посмотрю, поваляю. Вон ванную. Кстати, горячая ванная спасает. Но хотя, как ванная, я люблю курить. И кофе. Так что вот. Всем пока. В воскресенье будет еще видео по алкогольной зависимости. Тоже добавлю чуть-чуть. Бросил курить, не пью 4,5 года, и вдруг выпить. Вот потянуло. Думаю, сейчас бы стопочку. Было бы спокойнее. Такая история. Пока-пока. До новых встреч, друзья. Всем удачи. Держитесь.